Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть Plague Tale, и в данный момент как раз таки мы подошли к этому верстаку, здесь оказывается нельзя ничего скрафтить, потому что нет у нас как раз таки материалов, ресурсов. Ну что, побежали, инквизиция все еще преследует нас, все еще ищет. Амиция, что? Что я сделал? Почему они меня ищут? Ничего такого ты не делал, если кто тут и виноват, то только они. Если они нас поймают... Они будут нас... пытать, или что он просил, да? Не поймают они нас, не поймают. Так, опа-на, стелс начался, я так понимаю. А, это ферма? Нет, это еще не ферма. Гуга! Гуга, где ты? Блин, только на секунду отвлекся. Это не смешно, Гуга! О, господи. Испугалась? Гуга, здесь инквизиция! Хочешь, чтобы они тебя забрали? Никогда больше так не делай. Ой, вон они. Жесть какая-то. Они здесь. Свинки, приветик. Я должен был проверить, берется эта фигня или нет. Веревка. Я уже было подумал то, что мы сейчас будем... Ой-ой, курицы. Я уже было подумал, что мы сейчас залезем в сундук. Типа спрячемся. Так. Ой, они везде. Ну, конечно, везде. Надо сделать так. Нет, не так, вот так. Не-не-не, сейчас нельзя делать. Сейчас этот чувак патрулирует. Здесь уже не пробежишь, пока он патрулирует. Он сейчас обойдет по кругу. Ага. Вот так вот. Давай сюда. Тот чувачок мне не нравится, который стоит. Но здесь можно его отвлечь. Берем камушки. Быстрей, быстрей, быстрей. Хорошо. Вообще... Вообще очень легко. Прошли. Там один из наших лежит, его похоронить. Его покусали, да? Ты его трогал? Не. И молодец, коли крыса покусает, так у тебя вся кровь кипит. И все кругом тоже могут заразиться и помереть. Потому что дело укусом и называют. Короче, видишь, в чем прикол? О, нифига себе. Ты можешь было сюда его отвлечь? А зачем ты сюда пришел? Короче, одного нужно туда отвлечь. Второго туда. А почему он ко мне идет? Привет. А почему он сюда пришел? Что за чушь? Что за чушь? Я не знаю, как это сравнивать на самом деле, чуму. Но как я и вижу, я вот смотрю, буквально недавно посмотрел сериал «Чернобыль». Там действительно интересно показан момент. Момент с облучением радиацией. То, что там тоже кипит у людей кровь. Возможно, чума. Что-то похожее. Ну, именно. Я не знаю, как это объяснить. Так, мне нужно пойти туда. То есть я только сейчас понял. Сейчас этот пойдет сюда закапывать эту яму. Этот пойдет обратно. Или он круг делает. Нет, он обратно пойдет. Во. А мы пойдем сюда. Горшочек вижу. Давай возьмем. Думаю, пригодится. Что там происходит?
Я не знаю, где обойти. Но лучше, я думаю, здесь обойти. Потому что вот этот чувак сейчас все равно пойдет назад. Видишь, он пошел. А мы сюда. Быстрей, 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 быстрей. Отлично. Все просто и легко. Кстати, вот эта яма не закапана почему-то. Почему никто не работает? Почему только один чувак работает? Теперь они нас не заметят? Нет. Пока что не заметят. Там точно ничего не лежит? Вроде бы нет. Погнали. Я тебе помогу. Да. Фух, назад? Что у них там? Я уж думал, мне нужно куда-то прятаться, если честно. Мне знаешь, что кажется? Давай сюда. Почему я бежать не могу? Возможно, с ними я не могу бегать. То, что здесь что-нибудь было. Эй! Стражники. Не могу бежать почему-то, я не знаю почему. Shift не работает. Ну ладно. Возможно, здесь нельзя бежать. Ой. Гуга, нам нельзя останавливаться, не сейчас. Мне так странно. Ну же, отдохнешь, когда доберемся до Лаврентия. Голова болит. Я не знаю, что делать, Гуга. Что бы сделала мамочка? Дала бы мне лекарство. Хочешь, я тебя понесу? Это все, что я могу помочь. Давай, забирайся. Окей. Ну да, это 20 миллионов раз медленнее теперь мы идем. Я говорю, болезнь будет как-то связана со всем этим. Вообще, мамочка говорит там что-то. То, что я болею, и мне так плохо. Ты просто устал. Я скучаю по ней. По крайней мере, тебе... дозволилось не видеть, видимо, смерти ее. Про это говорил. Так, окей. Окей, окей. До Лаврентия, конечно, как до Китая, блин, идти пешком. Поселился, блин, от города в самом-самом дальнем месте. Мельница Лаврентия, мы почти близко. А он снова запрет меня? Как мамочка? Он отведет тебя в безопасное место. Ну ладно, тут и правда опасно. Но иногда так здорово. Ой, тут все в крови, мне кажется. Однажды ты поправишься. Это что, мертвые животные? Да что-то произошло. Теперь тебе нужно быть осторожнее. Давай, слезай, Гуга. Смотри, все в крови. Это кровь. У меня полные ботинки, это пакости. Быть того не может. Ну, типа, она не верит. Воу! К свету, к свету. Ну, видишь, темно стало, все. Ну, мой бог, просто. О, мы можем бегать. Мы можем бегать. Куда там крыса меня кусает? Видите, я у света. Еще какая-то яма образовалась. Нам нужен огонь, говорит. А где мы нам его взять? Подожди-ка, а я мог здесь взять что-нибудь? Мог. Но это не огонь. Просто там же тоже появились эти гады. Да, мы можем здесь как-то перебраться, видимо. О, сейчас будет самая сложная часть, видимо. Мне нужно туда добраться, правильно? Они меня сожрут же. Или они сами не могут бегать по этой штуке. Так, ну что? Надо... А, обходить можно, все, вижу. Быстрее, быстрее! Быстрее к факелу! Ой-ой-ой! Фух. Жопа, да? Пошли нахрен отсюда, крысы! Жесть какая! Все в крысах кишит просто ими. Камушки. Опа!
Пошли нафиг отсюда, куски. Сами знаете чего. Они правда все умерли? Их перебили. Может, инквизиция? Ну, потому что заболели, болеют все. Все животные болеют чумой. Их нужно, разумеется, не есть, а убивать. Иначе они заразят тех, кто будет есть их. Если кто не понял, почему убили животных. Иначе люди заразятся. Let's go! Куда let's go-то? Туда, что ли? Видимо, да. Ну, дойдем мы, палка не сгорит, на того, как мы. Дойдем до нужного места. Я вижу, что можно поджечь. Я будем поджигать. Если успеем дойти. Палка сгорела. Бегите, глупцы! Да уж. А я не знаю, как тогда сделать так, чтобы не умереть. Я не заметил просто костра, который можно поджечь. Или что? Я правильно сделал, я правильно пошел. Но палка-то догорает быстрее, чем мы сможем дойти до этой, до этого места. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Поджигать здесь нечего, видишь? Или я палку могу поджечь у факела, а не у этого. Давай попробуем. А, да, могу, могу, могу. Все нормально тогда. Пошли нахрен отсюда. Видишь, просто она очень медленно идет, когда она подожгла палку. Сейчас подожгем эту штуку. Еще одна палка будет. Опа. Красота. Ляпота. Нужно идти по дороге. Если пойду по этой фигне. Ну, эту штуку можно будет двигать. Опа. Если пойду по не дороге, разумеется, то буду очень медленно идти, и, разумеется, меня сожрут крысы. Так, ну ладно, погнали. Мы можем ее толкать. Давай, еще немножко. Амиция, а зачем они убили свиней? Похоже, чтобы удержать крыс здесь. Разве? Я думаю по-другому. Она очень тяжелая, я... Заткнись. Толкай, там нет такого слова заткнись. Она не говорила заткнись. Отлично перевели. Просто супер. Диалог с братом, с младшим. Ну, с этой штукой уже пройти туда нельзя будет, да? Ну, там, в принципе, и грязь. Не пройдешь далеко. Да, у нас получилось. Да сейчас еще появится. Эй, Лаврентий! Это что такое? Вдруг это может быть не Лаврентий говорит. О, инструменты, наконец-таки. Я могу чем прокачать сейчас. Лаврентий, вы здесь? У него свет горит. Это радует. Куда ты пошел-то? Как темно. А вдруг здесь чудовище? Это ветряная мельница? То, что осталось от нее. Красивая. Интересно, где Лаврентий? Дома или в сарае? То есть, если он здесь вообще есть. Еще сундучок своруем-ка по-быстренькому веревочку. Давай пока что здесь. О, нифига здесь мертвые животные. Видишь, съедены крысами. Вот это да. Ну, вроде бы здесь ничего нету. Сейчас заберусь куда-нибудь. Кажется, что не надо было. Ладно, все равно давай залезем. Я люблю проверять всякие места, исследовать. Разумеется, все это нужно будет для крафта и всего подобного. Ты, камушки. Здесь вот, можно будет слезть, смотри.
Это, видимо, мы будем в обход идти. На нас нападет инквизиция или еще кто-нибудь. Мы должны будем обходить здесь. Да. Здесь прыгнуть нельзя. Это сейчас нельзя, а потом можно будет. Блин, читаю игру просто, читаю. В любом случае, мы все забрали, все ресурсы, которые здесь были, уже радуют. А, кстати, здесь и вниз можно будет, видимо, пойти. Видишь, здесь есть этот подвал какой-то. Его открыть пока нельзя, видишь, все равно. Побежали, ладно, домой. К этому Лавренчию. Здесь мне пройти не дают, значит, мы здесь ничего взять не можем. Опа. Лавренчий! О. О, вы еще живы. Мне жаль ваших друзей. Да, свинка, конечно, большая. Вымахала. Там дверь будет заперта 100%. О! Амиция, цветок! Гуга! Честное слово, сейчас совсем не до этого. Пожалуйста. Ладно, давай. Они называются Орлики. Они склоняют головки, как грустные птички. Прикольно. Alright, let's go. Ну, короче, да, там будет дверь заперта, можно даже не проверять. Нужно, чтобы нам Гуга открыл. Давай, Гуга, вперед. Доберись внутрь и открой мне дверь. И будь осторожен, очень. Очень осторожен. О, верстак. Странный запах. Это спирт из дистиллятора. Так, ну чё? Кто-то кашляет. Смотри. Удерживать прощу, это повышает эффективность, скорость стрельбы. Даже не знаю, стоит ли это качать. Я хотел прокачать, потому что вот эту штуку. Не, давай вот это прокачаем. То есть из двух зол я выберу лучше. Ну, из двух зол почему? Потому что и там много ресурсов мы тратим, и здесь. В любом случае. Кашляет там кто-то? Я хочу сначала все осмотреть. Это что такое? Почему эти ленточки болтаются? Как будто здесь есть ветер. Здесь ветра же не может быть. Так, ладно. Что здесь посмотрим? Буль-буль-буль-буль-бульк. Да ничего нельзя взять, вы серьезно? Здесь какая-то у него алхимическая лаборатория. И ничего нельзя взять. Я ж не верю. Но он наверху. Он, видимо, тоже заболел чумой. Поэтому к нему никто и не пришел. Кто вы? Магистр Лаврентий. Не подходи. Ты можешь заразиться. Я же говорил. Гуга. Здесь? К нам пришла инквизиция. Мы потеряли все. Я ничего не могла сделать. Я... Да, разумеется. Они пришли за ним. В жилах вашего рода, в вашей крови течет страшное проклятие. Видишь? Мы с вашей матерью пытались замедлить его действия. Но после надлома процесс ускорился. Ты должна защитить его, Амиция. Продолжить дело матери. Я? Но как? Мои родители пытались его защитить, а теперь они мертвы. Отстанет меня. А чё он так орёт на него? Совсем какая-то наглая. Они здесь. Крысы. Крысы опасны, но действуют хаотично. А инквизиция? Они будут искать его. Непрестанно. Нам нужно исчезнуть. Отправляйтесь в Шато де Амбраж. Лука, сади в сарай. Тебе нужно закончить Игнифер. Что такое? Не утомляйте себя разговорами. Я все сделаю.
Жаль, что ваши родители постигла такая участь. Нам нужно делать все быстрее. Помогите мне сделать гифнер. А, это, короче, какой-то огнемет, я так понимаю. Ну, Игни, это огонь, если что. Пойдем, Гуга, не надо здесь оставаться. Ты только что на него наорал, а ты офигел, что ли? Ты двуличная скотина. Ты либо хорошо относись к нему, либо плохо, ты уж определись. Он, видите, болеет чумой тоже. Оп. Рисунок какой-то. Философию, точнее сказать, всю жизнь. Жизнь алхимика. It's very pretty. Так, и что нам делать надо? Я не вижу, что можно было бы уронить. Отлично. Нужно было в окорок попасть, потому что он не является целью. Нет, нифига. В чем прикол тогда? А, вон, сверху. Камон. Ой, последний камушек. Я забываю, что нужно задерживать мышку. Хорошо, но не отходи далеко. Вы в порядке? В порядке. Только Гуга обиделся на меня. Потому что я такая коза. Ой, есть тоже крысы. Пипец. Чё? А за шо? А за шо меня убили-то? Главное, Гуга ходит спокойно к лошади, а я не могу, да? Чё за дичь? А почему он не взял-то его? Или взял? Ничего не понял. Хорошо, побежали. А, еще и разбить фонарь надо? А, точно. Все-таки я тогда все правильно сделал. Видите, они боятся света. К свету они не подходили, нужно было потушить все. Ну а что дальше-то делать? Видишь, крысы здесь. А почему они до меня тогда добрались? Я ж на свету практически был. Мы должны что-то сделать или что? Ладно, побежали туда, узнаем, что нам надо сделать. О нет, они вернулись. Они повсюду. Нужно дойти до конца сарая. Нельзя уходить без Игнифера. Иначе как мы? Так мы без того малого не можем уйти. Нам нужно, короче, что-то сделать. Нам нужно мясо, живое или мертвое. Ну, короче, коня нужно, видишь. Либо свинку. Во-во. Мы будем его кормить? Ага, кормить. Кормить в кавычках. Да уж. А что поделать? Нам нужно пройти как-то. Курицы им будет мало, к примеру. Там курица еще была. Вот так. Надо сделать так, чтобы он не сбежал. Надо закрыть дверь. А, он сам закроет, окей. Вдоль стены есть лестница. Кстати, ее не было. А, вот она. Она лежала, потому что... Здесь темно, блин. Давай, забирайся. И, кстати, фонарей-то нету.
А при этом они сюда все равно не идут, крысы. Ух, заскриптованные крысы. Так, ладно. Yes, Hugo, look away, please. Why? Не смотри, короче. I'm sorry, Hugo. Они его съедят, а что делать-то? We have to get the rats away. Иначе никак. Hugo, there was no other way. Другого выхода не было, согласен. Вот, я же говорил сюда. Но я думал, по-другому будет, окей. Думал, в обратном порядке пойдем. Это не просто лаборатория доктора. Мой учитель прежде всего великий алхимик. Я же говорю алхимик. Ты же Амиция? Я Лука? Давай из... что-то там. Только нам понадобится спирт и сера. Здесь найдется немного того и другого. Но у меня все есть. Спирт, сера, печь, наверное, это называется. Атонор. Что ты делаешь? Растворяю реагенты для алхимического синтеза. Это, ну, просто алхимия. О! Вот, теперь вы можете изготовить игнифер. Это, видимо, бомбочка, да, какая-то? Я думал, это огнемет будет. А, вот, изготовить. Прикольно. Ой-ой-ой. Крысы! О, нет! Нет-не-не-не-не! Нет, Амиция, огнифер! Самое время! Цельтесь в угли! Опа, подожгли! Красиво! Загорелось! Я правда это сделал, как настоящий алхимик? Да, твоя смесь просто идеальна! Ты унаследовал талант матери! А знаешь что? Давай я покажу тебе, как изготовить другие снаряды. Это тебе пригодится. Здорово, спасибо. Я закончил с микстурами. Нужно возвращаться к Лаврентию. Амиция, тебе придется идти первой. Здесь точно ничего больше нету? Ну то иди ты, мелкий. Опа. Только свет защитит нас. Побежали. Вон сколько их, посмотри. Спускаемся быстрее. Я сделал 4 штуки, я не знаю, у меня еще одна есть, получается. Могу ли я сделать еще? Понятия не имею. Отставить меня! Гуга, насчет того, что я тогда сказала, я просто хотела... Что ты хотела? Ты просто хотела показаться гадиной. У тебя получилось. Амиция, крысы! В доме совсем темно. Нет, нет! Магистр! Лука, стой! Лука. Берегись! О, жопа! Сделай что-нибудь! Нужно уходить сейчас! Магистр. Эй, постой! Ты нужен нам? Смотрите, лошадь! Ой-ой-ой! За лошадью надо было бежать, блин. Пора уходить, Гуга, Лука. Лука. А, во, мы можем бежать за ней. Видишь, сено падает, подожжённое. А, у меня еще 3 штуки есть. Откуда они взялись? Непонятно. Я всего 4 скрафтил. Мы окружены. Мы сейчас подожжем эти штуки. Амиция, мельница может загореться. Нам-то какая разница. Блин, рано. О, нифига себе. Сейчас бы пропустил бы такие важные ингредиенты. Сейчас. Ждем. И... Все, пошли.
Нормально. Отлично даже, я бы сказал. Бегите, бегите, бегите. Опять то же самое. На лодку. Черт возьми, они слишком близко. Отлично. Еее. Убрались оттуда. Глава пятая. Падаль. Мало того, что чума повсюду, все заражаются, все болеют, так еще и сраные крысы повсюду. Лукас? Лука? Yes. Да. What does he have? А что у него в крови? Это старая история. И повествует она о ком-то там... Алхимики называют ее... Господи, как же быстро ты говоришь! Скрывается в крови некоторых семей, никак не проявляя себя, но произошел надлом, и макула проснулась в крови Гуга. Ну, это, видимо, какая-то болезнь, которая по наследству должна была передаваться. А что она с ним сделает? Макула не знает добра и зла, она изменяет место вместе со своим носителем, чтобы изменять все, весь мир вокруг. Твоя мать вместе с Лаврентием пыталась помочь твоему брату. У них ничего не вышло. Нет, я думаю, они просто не успели. Вот и все. То есть он сказал, вот она. А не вот это все. Ну, типа они пришли к месту какому-то. Гуга, просыпайся. Может быть, от него действительно вся эта болезнь идет? Давай, Гуга, отсюда мы пойдем пешком. Ты хоть согреешься. Если идти вдоль акведука, доберемся до шата Бараш, до темноты. Что это за шум? Ничего особенного, это просто лягушки, Гуга. Лягушки? Ха-ха-ха. Кажется, ему стало лучше. Очень на это надеюсь. Ладно, ребятки, пока что закончим на этом. Надеюсь, вам нравится игра. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписаться на паблик ВКонтакте. Ссылка в описании и в шапке канала. Это была игра Plague Tale. Спасибо всем за просмотр и всем добра.